чемпионате и первенстве регионального отделения ДСАФ России по мотоциклетному спорту приняли участие не только жители районов региона 13. В этот день Мордовия встретила более 100 спортсменов из 25 городов России. Приехали ребята из города Уфы, из города Волгограда, то есть из далеких городов. И это вообще не может не радовать. То есть это круто, что откликнулись на наше приглашение и приехали вот поддержать и отметить праздник Дня физкультурника. Всего заездов было несколько, однако промежуточные результаты были уже после первого. Среди победителей и призеров были мордовские спортсмены. К участию в этих соревнованиях ребята готовились регулярно. Тренировки были еженедельные и не один раз. Спортсмены отметили подготовленность трассы, несмотря на то, что погодные условия создали для них некоторые препятствия. Трасса хорошая, трассу подготовили. Конечно, хотелось бы дождя, чтобы чуть пролилась, но справляемся теперь своими силами. Начали попадаться круговые, и от них трасса совсем не видно. Поэтому приходилось их очень быстро проезжать. Трасса, в принципе, хорошая, но не хватает полива еще больше, чтобы всю трассу уливали. Ну, либо же прям такого очень хорошего дождя. Потому что трасса, ну, правда, очень пыльная. Победителей наградили кубками и медалями. В скором времени состоится чемпионат Мордовии, по итогам которого будет сформирована сборная региона по мотокроссу. Валерия Новикова, Анастасия Целигина, Владимир Надькин. Народные новости.